А помните студию Siberia Limited, которая получила 260 миллионов рублей на разработку отечественной RPG под названием «Смута»? И вскоре после этого их сайты и соцсети были заблокированы. Шумиха была не маленькая, но разрабы вышли из сумрака и сказали, что никакой смуты они не сеяли, а пропали всего лишь из-за редизайна, и теперь они называются Siberia Nova. Так вот, наконец они представили геймплейные кадры своего проекта, в котором главный персонаж исследует мир и сражается с разбойниками, что выглядит достаточно впечатляюще, а боевка похожа на своего рода Dark Souls. По заверениям разработчиков, релиз должен состояться в 2023 году.